я попал на землю, где ожили старые боги, древние духи шаманского мира. Как был выращен этим органическим скульптором сад душ, сад религии, шаманской культуры, мирового язычества, мировых богов. Портал, через который проявились все духовные поиски человечества, все духовные пути, вся устремленность человечества к высшему развитию. Просто прохаживаясь по усадьбе, мы объединяемся с этим миром. Литовский скульптор, каменотес Вилиус Орвидас. Он родился в 1952 году, покинул эту землю в 1992 году. Вилиус глубоко чувствовал дух времени, который звал нас восстановить связь, которая была много раз разорвана. Мы стали проецировать то, что мы переживаем, на других людей. Это не я хороший, я правильный, я следую пути Христа. А это он, это она ведьма. Мы стали сжигать ведьм, мы стали бороться с инакомыслящими, с неверными, с другими религиями. И это стало причиной нашей ограниченности, наших проблем. Камни ждали века и тысячелетия того момента, когда Вилиус начнет процесс их освобождения.